Приветствую всех на своем канале. Предлагаю вам сегодня приготовить вместе со мной необычный бургер. Приготовим тефтельбургер. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится маленькие круглые булочки, мясной фарш, майонез, помидор, горчица, сыр, листья салата и маринованные огурцы. Приготовим соус. На крупной терке натираем маринованные огурцы. Выкладываем их к майонезу. Туда же добавляем горчицу. И все очень хорошо перемешиваем. Отставляем в сторону, чтобы наш соус немного настоялся. У помидора срезаем хвостик и нарезаем его кольцами. Подготовим булочки. Как их подготавливать, я уже показывала в рецепте мясо с картошкой в булочках. Его можно посмотреть, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании. У булочки срезаем крышечку, вынимаем всю мякоть. Таким образом подготовим все наши булочки. Из мясного фарша лепим тефтели небольшого размера, по счету булочек. На плиту ставим сковороду, наливаем немного масла и обжариваем тефтели. Минут через 5 переворачиваем их и еще обжариваем минут 5. Затем сверху на каждую выкладываем кусочек сыра. Сковороду закрываем крышкой и оставляем еще на некоторое время, чтобы сыр расплавился. Собираем тефтельбургер. В булочку выкладываем 1 столовую ложку соуса. Далее кладем тефтелину и немного ее прижимаем. Сверху накрываем листом салата. На него кладем ломтик помидора. Затем еще немного соуса. И накрываем крышечкой. Протыкаем шпажкой, с ней удобнее есть. И наслаждаемся вкусом тефтельбургера. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!